Алло. Исчезла лекция-то есть, а исчезла, где там завершить лекцию и так далее. Этого нету на экране. Угу. Да. Угу. Чтобы я могла вовремя отключить. Я же сейчас принять вас опять. Вот теперь появился этот экранчик. Угу. Подключайтесь. Угу. Добрый день, уважаемые студенты. Тема нашей лекции – это классификация инфекционных болезней. Ну, такая наиболее часто употребляемая классификация. Эпидемиологическая характеристика инфекции дыхательных путей, такая общая характеристика, дифтерия и эпидемиологический надзор при инфекциях дыхательных путей. Эпидемиология, как наука, изучает инфекционную заболеваемость. На современном этапе известно 1421 нозология инфекционных и паразитарных болезней. То есть их гораздо больше. Но мы знаем именно эти нозологии, знаем о них все практически. И поэтому я хочу сказать, что вот такая цифра. Из этих 1421 нозологии 26 – это инфекции, которые регулируются с помощью международных медико-санитарных правил. И 4 инфекции – карантинные. К ним относятся холера, чума, желтая лихорадка и натуральная оспа. Это 4 инфекции, при которых вводится режимная такие принудительные мероприятия, которые могут помочь нам остановить распространение этих инфекций. Для систематизации наших знаний об инфекционных болезнях возникает необходимость в их классификации. Конечно, 1421 – это очень много, и как-то надо ориентироваться в них. Поэтому первую классификацию, которую я вам предлагаю, посмотрите на основе особенностей резервуара возбудителя. Ну, резервуар возбудителя – это организм, в котором возбудитель может жить, размножаться, находиться в нем, выделяться из него. Это первые антропонозы, то есть заболевания, при которых естественным резервуаром для возбудителя является человек. Зоонозы – это группа инфекционных болезней, при которых резервуаром или хранителем является животное, как домашние, так и дикие животные, а также птицы. Лишний раз вам напоминаю о зоонозных инфекциях. И сапронозы. Сапронозы, при которых резервуаром является внешняя среда. Может быть и внешняя среда, и человек, может быть и внешняя среда, и животное. То есть это большие три основные группы по резервуару инфекции. Резервуары – источники инфекции для человека. При облигатных антропонозах – инфицированные организмы людей. При зооантропонозах – организмы теплокровных животных, реже людей. При облигатных зоонозах – организмы позвоночных, теплокровных и популяции беспозвоночных животных. При фитозоонозах – организмы популяции растений, водорослей, беспозвоночных и позвоночных животных.
При фитозоантропонозах любые перечисленные организмы и их популяции, включая людей. Вы услышали новое такое выражение, как сапронозы. Слово сапронозы. Ну, сапронозы от греческого свободно живущие сапронозы. Эти группа заболеваний, при которых возбудитель может жить очень долго во внешней среде, до тех пор, пока он не попадет в организм человека или животного и не вызовет заболевание. Но какие общие признаки характерны для сапронозов, свободно живущих? Это сочетание убиквитарности и природной техногенной очаговости заболеваемости людей и животных. Убиквитарно – это повсеместное распространение. Формирование стойких автономных резервуаров инфекций в дикой природе, агро- и урбоцинозах, сельское хозяйство, промышленно-техногенные объекты, медицинские учреждения. Циркуляция возбудителей в разнообразных биотических средах, резервуарах, в хозяевах, в источниках инфекций. Биологическое разнообразие возбудителей, пластичность и многообразие форм устойчивости к внешним воздействиям, формирование резистентности к антибиотикам и дезинфицирующим средствам. Редкость естественного бактерионосительства у людей и животных при многих сапронозах. Полигастальность, полипатогенность, политропность возбудителей, возможность антропонозных механизмов передачи отдельных инфекций, сапроантропонозы, ну, типично, например, холера. Многообразие тяжесть клинических форм, значительная летальность или смертность и инвалидизация. Трудность диагностики, лечения, реабилитации, традиционной профилактики заболеваний и борьбы с заболеваемостью. Ну, данная характеристика по Белову и Куликалову, 2016 год. Можно сказать, с такой группой вы встретились с заболеваниями, впервые услышали о них. Так вот, имейте в виду, при сапронозах очень сложно найти причины, откуда появилась эта группа инфекций. Кто явился источником и резервуаром? Это вызывает очень много вопросов. И самое главное, невозможность нейтрализовать источник или резервуар инфекции. Вторая большая классификация инфекционных болезней по принадлежности возбудителей болезни к определенной таксономической группе. Но эту классификацию вы еще со второго курса на кафедре микробиологии слышали как бактериальная инфекция. Что значит в этиологии? Бактерии, вирусные инфекции, вирусы в этиологии и так далее. Рикетиозы, спирохетозы, озы означает болезни. Микозы, гельминтозы, лептоспирозы. То есть эта классификация наиболее близка вот вам сейчас на студенческом уровне. Когда мы говорим это бактериальная инфекция, ясно, других вопросов не нужно задавать, что в этиологии заболевания бактерии. Третья классификация по Льву Васильевичу Громашевскому, она для антропонозов и зоонозов. Здесь в основу положена локализация, специфическая локализация в организме специфического хозяина и соответствующему ему механизму передачи. Третья классификация. Антропонозы. То есть, еще раз говорю, это инфекции, при которых естественным источником, резервуаром заболевания является человек. Делится на четыре группы. При кишечной локализации и фекально-оральном механизме передачи. То есть антропонозы с кишечной локализацией. Это холера, дизентерия, полиомиелит, вирусный гепатит А, вирусный гепатит Е. Вторая. Локализация в дыхательных путях, инфекции дыхательных путей и, соответственно, аэрогенный механизм передачи. Это дифтерия, менингококковая инфекция, грипп, корь, эпидемические паротиты, тринная оспа и так далее. Третья группа. Инфекции кровяные. Локализация в крови
И, соответственно, трансмиссивный механизм передачи. Такие инфекции, как малярия, рикетиозы, клещевой весенне-летний энцефалит. И четвертая группа – это локализация возбудителей на кожных покровах и наружных слизистых с соответствующим контактным механизмом передачи. Какие же это инфекции? Бешенство или гидрофобия, поверхностные микозы, рожа, столбняк, венерические заболевания. Кстати, ВИЧ-инфекция тоже. Занозы. Также Громашевским для занозов предложено следующее. Занозы с облигатно-кровяной локализацией и облигатно-трансмиссивной передачей. Клещевой энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, омская геморрагическая лихорадка, желтая лихорадка, москитная лихорадка. Занозы с факультативно-кровяной локализацией и факультативно-трансмиссивной передачей – это чума, возвратный тиф, марсельская лихорадка. И третье – занозы с некровяной локализацией и комбинированным механизмом передачи. Болезнь Ласса, лихорадка Цуцугамуши, лихорадка и так далее. Кроме того, инфекционные и паразитарные болезни делятся на экзогенные. Это абсолютное большинство инфекционных болезней экзогенного характера. Они вызываются в результате проникновения возбудителей извне. Согласитесь, что мы привыкли вот к тому, что большая часть экзогенного характера. Но есть и эндогенные инфекции, которые вызываются собственной условно-патогенной флорой и приобретающие значение самостоятельной формы заболевания, ну, например, СПИД-ассоциированные болезни. То есть болезни, возникшие еще в результате иммунодефицита, который как самостоятельная единица приходится лечить. С эпидемиологической точки зрения экзогенные, это инфекции, которые поступают извне, делятся еще на неконтагиозные. Ну, вы скажете, что это за инфекции неконтагиозные? Ну, например, псевдотуберкулез, больные ботулизмом, ботулизм, малярия и другие. Они неконтагиозные, от больного человека к другому человеку здоровому не передаются. Для этого нужны особые условия. Большая часть контагиозной болезни, то есть обладает высокой свойствами к инфекции при контакте. Это дизентерия, грипп, брюшной тиф и так далее. Ну, тысячу могу перечислять, от этого вам не будет легче. И акцентирую ваше внимание на высококонтагиозных болезнях. Сейчас мы говорим о них. Это особо опасные инфекции. Это натуральная оспа, холера, чума, сибирская язва, лихорадка Эбола, Ласса, Марбурга и так далее. Этот список, вы знаете, около 26 инфекций. Ну и классификация корифея нашего бывшего академика Академии меднаук Валентина Ивановича Покровского, где он объединил таксономическую принадлежность возбудителей и группы болезней, то есть и даже по царствам. Смотрите, инфекции прион – это новая группа инфекционных болезней, то есть это даже не возбудитель, а в этиологии инфекционный белок. Вирусы – они вызывают вирусные инфекции. Вот царство прокариотов – это бактерии, бактериозы, хламидии, хламидиозы, рикетии, рикетиозы, микоплазмы, микоплазмозы, спирохеты, спирохетозы и так далее. Тоже очень удобная классификация. Царство эукариотов. Я вот тут подчеркнула специально, чтобы вы видели. Инвазии. Грибы. Инвазия это. Инвазия грибами. Микотические инфекции вызывают. Простейшими протозойные. Гельминтами гельминтозы. И инвазия членистоногими называется инфестация. Ну, например, чесотка, демодекоз и так далее. Вот эта классификация по Покровскому,
ее полезно знать, тоже помнить о том, что она есть. Кроме того, существует классификация инфекционных паразитарных болезней человека на основе экологической и филогенетической близости возбудителей по Белякову, 1989 год. И последняя классификация, которую дал Черкасский, Бениамин Лазарь Черкасский, 2001 год, это эколого-эпидемиологическая классификация инфекционных паразитарных болезней человека. Знаете, этими классификациями можно пользоваться все, в зависимости от того, что мы изучаем, на что нам важно обратить внимание, и в зависимости от этого можно использовать эти классификации. Классификаций очень много, конкретно по какой-то одной инфекции возможна классификация для удобства изучения, передачи информации друг другу, там, коллегам и так далее. И непосредственно переходим сегодня уже к изучению эпидемиологической характеристики инфекции дыхательных путей и что у них общего. Характерной эпидемиологической чертой инфекции дыхательных путей является то, что здоровый человек заражается от больного при близком соприкосновении с ним. Но это вам уже известно, и следующая лекция у нас будет посвящена коронавирусной инфекции. Вот это расстояние 1,5-2 метра между людьми, дистанция, она не случайно диктуется с целью профилактики передачи этих инфекций. Возбудители инфекции дыхательных путей могут быть как бактериальные этиологии, например, дифтерия, коклюш, так и патогенных вирусов, корь, ветряная оспа, грипп и так далее. На данном слайде вы видите, как распространяются возбудители при кашле, чихании, разговоре. Больной выделяет большое количество мельчайших частиц слизи, которые нам обычным глазом не видно. И в этих частичках содержатся патогенные микроорганизмы. Но в зависимости от того, какие эти патогенные микроорганизмы тяжелые, там если бактерии, они через часик осядут на окружающие предметы. Если же это легкие, например, вирусные частички, вот эта вот взвесь аэрозольная, она может висеть как облачко очень долго, и проходя, следующий человек может попасть в зону этого облачка и заразиться. Еще раз говорю, почему нужно носить маски. Напоминаю, конечно, вы не та аудитория, которой надо объяснять о ношении масок, но все-таки, еще раз напоминаю, все-таки ношение масок приемлемо нужно, то есть оральная гигиена. Антропонозы дыхательных путей, они преимущественно все антропонозы, инфекции дыхательных путей. Классификация по Черкасскому. Могут быть вирусные этиологии, грипп, парагрипп, реовирусная, герпетическая, мононуклеоз, риновирусная и так далее. Вирусные этиологии, их очень много. И сюда же, в эту же группу, со временем будет внесена, конечно, инфекция, известная вам как новая коронавирусная инфекция. Бактериальные инфекции дыхательных путей, их тоже немало. Дифтерия, стрептококковая, менингококковая, пневмококковая, туберкулез, коклюш, паракоклюш и так далее. И даже есть протозойный, менингит акантамебный, пневмоцистоз. То есть здесь тоже есть поле, так сказать, для передачи, большое количество возбудителей, большое количество инфекций дыхательных путей. Для этого, конечно же, нужно очень хорошо знать клинику и эпидемиологию для диагностики инфекции в определенный сезон. На данном слайде вы видите аэрогенный механизм передачи, который реализует все инфекции дыхательных путей. Вот источник или резервуар человека, который болеет и который выделяет возбудителя во внешнюю среду при кашле, чихании и разговоре. Воздушно-капельный – это значит, что в выдыхаемом воздухе могут быть капли слизи,
Или капельки пыли, которые используются при воздушно-пылевом пути передачи, которые в любом случае должны попасть в респираторный тракт восприимчивого организма или здорового и вызвать заболевание. То есть это преимущественные пути передачи. Но тут же вы видите, что есть контактно-бытовой путь передачи, когда тяжелые частички, там, бактериальных инфекций, или же они же не могут висеть, эти частички, капельки слизи, бесконечно долго во внешней среде, они могут осесть на предметы окружающей нас обстановки, ручка, мобильный телефон, руки, клавиатура и так далее. И осев игрушки, если это дети, то и устойчивый этот возбудитель во внешней среде, то через бытовые предметы игрушки тоже возможно заражение, уже используя свои руки, почему мы вам рекомендуем с целью профилактики коронавирусной инфекции в том числе, и говорим о частом мытье рук. Вот аэрогенный механизм передачи. Вы себе это представили. Но на самом деле в жизни вы это всего не видите. То есть в вашем абстрактном мышлении вот эта схемка должна работать, и вы должны понимать, как, каким образом произошло заражение данной инфекцией. На данном слайде, таком пестреньком, вы видите опять то же самое, что при разговоре даже выделяются микрочастички, при вдохе-выдохе выделяется вот воздушно-капельный путь. Воздушно-пылевой путь, например, туберкулез использует воздушно-пылевой путь передачи только потому, что микобактерия туберкулеза крайне устойчива во внешней среде, и она может использовать и воздушно-пылевой, и контактный пути передачи. Следующее характерное для инфекции дыхательных путей, мы их условно делим на две группы. Инфекции, управляемые средствами иммунопрофилактики. О чем это говорит? Это говорит о том, что если мы будем прививать наших детей против определенных инфекций, вот перечисленных ниже, то да, ребята, дети, имея иммунитет, не заболеют. Но если даже и заболеют, то очень легко. Это дифтерия, управляется анатоксином, дифтерином, коклюш, инактивированная вакцина, корь, живая вакцина, паротит, живая, менингококковая инфекция, химическая вакцина. И если есть рост инфекциями, вот регулируемые, управляемые средствами иммунопрофилактики, мы моментально думаем о том, что данные инфекции, в данной профилактике этих инфекций есть брешь, значит, плохо дети охвачены иммунизацией или вообще не привиты. И вторая группа – неуправляемые средствами иммунопрофилактики. Они не управляют не потому, что у нас нет вакцин, а потому что, например, грипп. Что для гриппа характерно? Мутация, изменение актуального штамма сезона, острые респираторные вирусные инфекции – то есть мы не успеваем создать вакцины, актуальные для этих инфекций, как они уже через год, через два меняются. Ну, пример, вот вы видите, уже говорим о мутации коронавирусной инфекции, и это как раз объясняет, почему она становится неуправляемой. На данном слайде вы видите схемку, ну, рисуночек, что чем больше индекс воспроизводства, тем более контагиозна заразительная инфекция, и тем выше должен быть охват прививками для ее ликвидации. Вот данная схема очень типична для коронавирусной инфекции. Вы посмотрите, от одного человека как может идти инфекция, значит, и вниз, и вверх, и в бок, и от него еще куда-то. И эта цепь распространения очень трудно остановить. Поэтому охват иммунизации – один из моментов, с помощью которого можно остановить распространение инфекции дыхательных путей. Ими очень трудно управлять.
Какие же эпидемиологические особенности характерны для инфекции дыхательных путей? Это быстрота и легкость распространения возбудителя в условиях восприимчивого коллектива приводит к высокому уровню заболеваемости. То есть быстрота и легкость распространения, вы себе представляете, вы ничего не делаете для того, чтобы передать заразу, вдох-выдох, общение, и тем самым выделяется большое количество возбудителей во внешнюю среду, и с большой легкостью инфекция распространяется. Кроме того, для инфекции дыхательных путей характерен так детский характер заболеваемости. Вследствие легкости и простоты реализации эрогенного механизма передачи чаще болеют дети до 2 лет, дошкольники, школьники, особенно в интернатах, где круглосуточное пребывание детей, юноши, учащиеся различных училищ, техникумов, там сейчас колледжи, преимущественно те дети, которые проживают в общежитиях, то есть там, где есть возможность, скученность такая, передачи возбудителя при близком общении, например, проживании в одной комнате, посещение столовых, классов и так далее. Заболеваемость также зависит от формирования новых коллективов детей и подростков в осеннее время. То есть хочу сказать, что характерна сезонность. Длительное пребывание их в закрытых помещениях в условиях скученности способствует активизации механизма передачи и росту заболеваемости в осенне-зимний период, так называемая сезонность. Вы понимаете, что вот сезонность, наступила осень, сформировались новые коллективы, похолодало, температура низкая. Для вирусов это отличная температура для их сохранения, для того, чтобы возможно было передать, чтобы напасть на человека в конце концов и там жить и размножаться. Но сезонность также может отличаться. Например, подъем заболеваемости начинается уже летом, вот в июле-августе, а максимума он может достигнуть в осенне-зимний период бактериальной инфекции, допустим. Точно так же для вирусных инфекций характерна сезонность. Поэтому мы говорим о сезонных подъемах инфекции дыхательных путей. В многолетней динамике инфекции вот, характерна цикличность. Что это значит? Подъемы после какого-то снижения до уровня нормы, а потом опять поднимается заболеваемость. Это объясняется увеличением или уменьшением иммунной прослойки населения. Например, при коклюше периоды подъема заболеваемости возрастают через 3-4 года. При менингококковой инфекции через 10-20 лет. Вот знание цикличности периодов подъема и спада инфекции дыхательных путей может привести к тому, что мы можем заранее подготовить восприимчивый коллектив или неиммунных людей, сделать перед цикличным подъемом иммунизацию групп риска, кто больше всего готов и склонен заболеть этими инфекциями, изучить иммунологическую структуру населения и тем самым предотвратить рост заболеваемости в несколько раз. Говоря об иммунной прослойке, хотела бы, чтобы вы все-таки поняли, вот иммунная прослойка, коллективный иммунитет, о котором часто-часто сейчас все говорят, это степень напряженности специфического иммунитета к данной инфекции среди определенной группы населения. Вы знаете, что вот эта иммунизация массовая против гриппа сейчас сезонная, предсезонная, против коронавирусной инфекции. Какая цель? Цель создать мощную иммунную прослойку среди населения, которое не понимает, что чем выше иммунная прослойка, тем больше мы будем противостоять инфекции и скорее заболеваемость пойдет на спад. Возрастание доли неиммунных, высоковосприимчивых людей, как правило, дает рост заболеваемости. Наоборот, чем больше иммунных лиц, тем ниже заболеваемость. Поэтому интервал между следующими друг за другом подъемами заболеваемости определяется
длительностью сформировавшегося постинфекционного иммунитета, рождаемостью, миграцией населения и так далее. Различных факторов очень много, поэтому вы должны, как врачи уже пятый курс, вы должны шестой курс, вы должны понимать, что создание иммунной прослойки – это наша общая задача, потому что, чтобы человек каждый справился со своей бедой, заразившись, мы должны создать коллективный иммунитет или иммунную прослойку. Теперь я хочу перейти конкретно, как пример дифтерии, как инфекции дыхательных путей, чтобы на ее примере вы могли понять, что изучает наука, эпидемиология общая, какие эпид-особенности ее интересуют. Вот первое, что я вам объясняю и предлагаю, посмотрите, пожалуйста, на определение, что означает дифтерия, что такое, что за заболевание. Дифтерия – это острое инфекционное заболевание. Антропоноз, то есть источник кто? Бактериоз, этиология, вызываемая токсигенными коринобактериями, управляемая средствами иммунопрофилактики и клинически характеризуется фибринозным воспалением в месте входных ворот инфекции и токсическим поражением сердечно-сосудистой и нервной системы. То есть в этом определении вы услышали все, что характерно для дифтерии с эпидемиологической точки зрения. Это очень важно. Если расшифровать каждый вот постулат, вот тут бактериоз, вызываемый токсигенами, можно ответить практически на все вопросы, и можно понять, что вы знаете о дифтерии. Итак, на данном слайде вы видите возбудитель. Это семейство коринобактерицея, род коринобактериум, вид коринобактериум дифтерия. Различает биологические варианты коринобактериум дифтерии гравис, нитис, интермедиус и бельфантис. Токсигенность обусловлена наличием в цитоплазме особого токс-положительного фага, полученного от бактериофага за счет лизогенной фаговой конверсии. Что такое дифтерийный токсин? Он имеет две фракции. Термолабильную, токсин А, вызывает цитотоксический эффект. Термостабильную, токсин Б, способствует проникновению токсина А в клетку. Гиалуронидаза повышает проницаемость стенки сосудов, способствуя выходу фибриногена и формированию фибриновых пленок. Нейраминидаза. Демиелинизирующий эффект развития полинейропатии. Нетоксигенная коринобактерия дифтерии не вызывает заболевания. Запомните, пожалуйста, что делится возбудитель на токсигенные, который вызывает заболевание человека, и нетоксигенные, которые не вызывают заболевания у человека. Поэтому очень важно подтвердить диагноз дифтерии путем взятия мазков выделения чистой культуры. Ну, каковы клинические проявления? Вот тут вот локализованная форма. Видите, поражены миндалины, ротоглотка поражена. Здесь вот девочка с отеком, что говорит о степени тяжести данного заболевания. Конечно, дифтерия сейчас не носит эпидемический характер, а такой единичный характер. Причем чаще всего он регистрируется у людей непривитых. Непривитых против дифтерии именно в принципе потому, что родители не хотят прививать детей. Дальше характеристики дифтерии. Источниками возбудителей дифтерии являются больные люди любой формы, легкой, средней, тяжелой, тяжелой и бактерионосители токсигенных коринобактерий. Если сказать, кто опаснее, больной или бактерионоситель, ответ должен быть однозначный – бактерионоситель. Это человек, у которого нет никаких клинических симптомов, нет жалоб на состояние здоровья, но при этом он может выделять токсигенные коринобактерии и заражать свое окружение.
Эпидемиологическое значение имеют больные при всех локализациях патологического процесса в ротоглотке, на носоглотке, на коже и так далее. Все они опасны для окружающих. Но наибольшая роль принадлежит больным дифтерии ротоглотки, потому что мы разговариваем, так как именно эта локализация создает условия для рассеивания возбудителей. Что же касается... Это же касается и бактерий-носителей. Да, установлено, что большую опасность создают бактерии-носители, выделяющие коринобактерии дифтерии из носа. Частота носительства не одинакова и может составлять от 13 до 29%. Бактерии-носители, как резервуар инфекции, способствуют поддержанию эпидемического процесса. То есть в обществе есть определенное количество людей, которые являются носителями коринобактерий дифтерии и при определенных условиях могут вызвать заболевание. Поэтому, если выявили хотя бы одного больного с подозрением на дифтерию, нужно вокруг него искать носители. Как это делается? Это в очаге проводится обследование всех контактных на носительство коринобактерий. Но вы знаете, что главная цель эпидемиологии – это эпидемический надзор за инфекциями. Конечная же цель эпидемиологического надзора является предупреждение заболеваемости дифтерии и снижение этой инфекции до уровня спорадической. Но на сегодняшний день как раз у нас заболеваемость носит спорадический характер, но все равно нет-нет где-то обязательно регистрируются случаи заболевания дифтерии. И слава богу, что мы уже владеем методами и диагностики, и лечения. Летальность при этой инфекции стала очень низкой, но практически на нуле. Что нужно для эффективного эпидемического надзора за дифтерией? Первое – это оценка качества вакцинации по анализу привитости. Этим занимаются органы Роспотребнадзора. Оценка иммунологической структуры населения. То есть, например, каков уровень иммунной прослойки у детей до 6 лет, там, до 15 лет, у взрослых людей есть или нет. Этим занимаются также органы Роспотребнадзора. Оценка качества выявления очагов дифтерии. То есть в поликлиниках смотрят по нашей медицинской документации обращение за помощью, например, с ангинами и так далее. Есть ли у врачей настороженность на раннее выявление больных дифтерии или нет? Все это контролируется согласно действующих методических рекомендаций и приказов Министерства здравоохранения. Оценка проявлений ПИД-процесса на основе данных о заболеваемости и результатов бактериологических исследований проводится. Дальше делается обоснование своевременного проведения прививочных и других мероприятий, вытекающих из обстановки. То есть органы Роспотребнадзора, кроме того, еще оповещают врачей, там семинары, пишут информационные письма, заставляют их подумать о том, что не пропустите, что вот в последнее время из анализа привитости выяснилось, что слабые, низкие уровень иммунной прослойки или регистрируется заболеваемость в соседней там области, в соседней республике или в государстве. Таким образом, мы все время должны помнить о том, что эти инфекции возможны, и дифтерия, в общем, сейчас еще есть, и она может вызвать у нас много-много неприятностей. Согласно национального календаря профилактических прививок Российской Федерации, вы видите, что коклюш, дифтерия, столбняк, да, заложена иммунизация в национальном календаре, и уже с трехмесячного в 3,5 месяца мы начинаем с помощью АКДС делать вакцинацию, которая состоит из трех инъекций, вакцинация 1, 2 и 3. Следом 18 месяцев ревакцинация АКДС. После этого буква К исчезает, то есть
уже нет коклюшного компонента, есть АДСМ, малотоксичный, ревакцинация 2 в 6-7 лет, видите как, ревакцинация 3 в 14 лет, затем это уже будет 18 лет, и через каждые 10 лет будет ревакцинация у взрослых. Вот коротко о том, что делается детям на данном слайде вы видите. То есть государством предусмотрена иммунизация детей с целью профилактики не только дифтерии, но и коклюша и столбняка. Значит, дифтерийный анатоксин здесь есть, и столбнячный анатоксин есть в составе АКДС, и коклюшная инактивированная вакцина. Вот эта инактивированная коклюшная вакцина чаще всех дают такие вот реакции, которые не очень желательны ни для родителей, ни для ребенка, ни для нас с вами. Какие же мы проводим профилактические мероприятия? Ну, профилактика – это меры, которые предупреждают появление заболевания. Поэтому прививки согласно календаря прививок. Планирование прививок по эпидемическим показаниям. Иногда это могут быть взрослые, не получившие прививок в течение последних 10 лет и не имеющие противопоказаний, подлежат прививкам АДМ, АДСМ, анатоксинам. А также есть группы повышенного риска инфицирования. Например, лица, проживающие в общежитиях. Это в случае неблагополучной ситуации в районе или на территории проживания. Работники сферы обслуживания, студенты, сотрудники специальных средних и высших учебных заведений, особенно вот таких закрытых для особо одаренных детей. Сейчас у нас есть интернаты, я даже не знаю, как они по-разному называются. Учителя, педагоги, которые им преподают. Работники детских дошкольных учреждений. Если эти люди здоровы, то можно надеяться, что в коллективе никогда не будет эпидемиологических осложнений. Ну вот здесь на слайде вы видите, как выглядят препараты для вакцинации. Например, АКДС – коклюшно-дифтерийно-столбнячная адсорбированная вакцина. Этой вакцины мы прививаем наших деток до 18 месяцев. Препараты для ревакцинации. Вот анатоксин дифтерийно-столбнячный, анатоксин дифтерийно-столбнячный. Таким образом, ослабленный, малотоксичный для ревакцинации. Но было бы ошибкой закончить лекцию, не рассказав вам об эпид-особенностях гриппа и острых респираторных вирусных инфекциях, актуальных на сегодняшний день, в принципе, для общества. Но острые респираторные вирусные инфекции – это группа многочисленных самостоятельных болезней, которые характеризуются поражением у человека различных отделов верхних дыхательных путей и вызывается разными видами вирусов, относится к разным родам и семействам. Группа ОРВИ – самое распространенное заболевание в структуре заболеваемости не только инфекционной, но и общей заболеваемости. Из группы острых респираторных вирусных инфекций наиболее изученным заболеванием является грипп типа А, который очень часто посещает, в общем-то, общество. Вот в 2009 году во время эпидемии было проанализировано этиологическая структура возбудителя ОРВИ и гриппа. Таким образом, вы видите, что наиболее таким важным и, в общем-то, приносящим нам осложнение является грипп А и грипп Б. Парагрипп. Парагриппа очень много. Вот посмотрите, вот желтым здесь выделено. Как отличить грипп от парагриппа, на практических занятиях вам объяснят. Но очень часто бывают ошибки, и вы знаете, что для того, чтобы выделить вирус гриппа и поставить точный диагноз, нет таких возможностей. Вирусы, во-первых, растут очень долго, на особых питательных средств для них нет. Поэтому чисто по клиническим проявлениям возможно произвести диагностику структуры
острых респираторных заболеваний. На данном слайде вы видите анализ сезонности. Вот посмотрите, вот это вот год на этой оси за многие годы, и они все равно повторяются. Значит, это холодное время года, потом тишина вроде бы как, ну, не совсем она исчезает. Есть единичные случаи. У нас принято говорить, о, простудился ребенок. На самом деле это может быть вирусная этиология заболеваемости. И дальше уже это опять осень, похолодание. Вот такая вот сезонность наблюдается при инфекциях дыхательных путей и при заболеваемости гриппом. А, Б, неважно. Принято у эпидемиологов делить по группам риска население, то есть по Шадрину и Карпухину, группа риска формирования эпидемического варианта возбудителя. Это 12% от населения. В основном дети, подростки, учащиеся профессионально-технических училищ, училищ, колледжей и так далее. Это наиболее, так скажем, подвижная группа населения, часто контактирующая между собой и вообще среди населения. Группа риска формирования распространения эпидемического варианта возбудителя – это 30%. Это рабочие, служащие, студенты, военнослужащие, работники милиции, полиции. Группа высокого риска заражения – это 6%. Это, конечно же, медицинские работники, работники транспорта, коммунального хозяйства, общественного питания. Отсюда вы делаете вывод, кому нужно прививаться против гриппа. Вот группам высокого риска заражения при обслуживании медицинские работники первыми должны идти иммунизироваться. Группы высокого риска неблагоприятных последствий заболеваний, то есть осложнений, это пенсионеры 30%, пенсионеры это 15%, хронические больные, ну, с диагнозами, и дети до 9 лет. Остальное население, ну, это, как правило, сельское население, дети, посещающие детские дошкольные учреждения. Группа часто болеющих ОРЗ, 10-15%, выявлены анамнестическим путем или путем иммунологических исследований, то есть определяем наличие антител к вирусу гриппа, парагриппа, в зависимости от того, о какой инфекции идет речь. И мы выясняем, да, у эти дети, эти люди имеют антитела, даже не подозревая, что они переболели тем или иным заболеванием. Какие же противоэпидемические мероприятия? О профилактических мы уже с вами говорили. Но противоэпидемические мероприятия проводятся уже, когда есть больной или выявлен носитель, и нужно все сделать для того, чтобы распространение этого заболевания было минимально. В первую очередь изоляция больного. Но прежде чем изолировать больного, его надо еще выявить. Или больной к вам пришел, вы его выявили. Или вызвал на дом, вы поехали обслужить вызов, обнаружили больного. Дальше, разобщение людей. Ну, как можно разобщить изоляция больного? Вы знаете, изоляция больного путем госпитализации проводится по клиническим показаниям и по эпидемическим показаниям. Клинические показания – это степень тяжести больного. Эпидемиологические – это когда в доме, в квартире нет условий для изоляции данного больного. Например, студент, который заболел в общежитии в комнате, он обязательно, даже в легкой форме, должен быть госпитализирован с целью изоляции, не распространения в своей комнате, в комнате выше, этажом ниже, выше и так далее. То есть разобщение людей – это очень важное мероприятие. Дальше, обеззараживание воздушной среды. Ну, конечно, это очень сложно взять, продезинфицировать воздух. Поэтому проветривание, уборка с применением веществ, которые уничтожат на различных поверхностях вирусы, да, вирулицидными препаратами,
применение индивидуально защитных масок, частое мытье рук и так далее. Стараться разобщить этих людей. Кроме того, в противоэпидемические мероприятия входит еще специфическая профилактика иммунизации. В настоящее время мы обладаем целой армией живых инактивированных вакцин против гриппа. Стратегия вакцинации основывается на учете циркулирующих штаммов возбудителей на нашей территории и прогнозируемых вариантов вируса, потому что вы помните, что вирус меняется. Антигенный шифт, антигенный дрейф – это не просто мы знаем, а именно чтобы вакцины у нас соответствующие циркулирующим штаммам и тем, которые изменятся в ходе времени. Экстренная профилактика также возможна с применением лейкоцитарного человеческого интерферона, оксалиновая мазь, которые смазываются слизистой носа перед выходом на улицу, гамма-глобулин, ремонтадин по схеме. После контакта это рекомендуется, и таким образом врачи, которые приедут, или люди с Роспотребнадзора очень четко объяснят, как вести себя членам семьи или там коллегам по работе или студентам после того, как в группе может быть выявлен больной с респираторной инфекцией. В чем же заключается эпидемиологический надзор при острых респираторных вирусных инфекциях? Цель эпидемиологического надзора в настоящее время – это накопление данных об этиологической структуре заболеваний и закономерностях развития эпидемического процесса, снижение показателя заболеваемости гриппом и различными острыми респираторными вирусными инфекциями, особенно в различных социально-возрастных группах. Цель одна – сохранить население как можно более работоспособным, дееспособным, чтобы вот эта вот инфекция не захватила все население и не привела к каким-то неблагополучным последствиям. Вот эта же стратегия в настоящее время осуществляется именно против коронавирусной инфекции. Поэтому знание, закономерности, цель эпидемиологического надзора при инфекции дыхательных путей должна вас как-то вооружить к тому, что вы поняли в конце концов, для чего, с какой целью, почему мы проводим иммунизацию, почему мы объясняем о преимуществах иммунизации для всего населения. Спасибо вам за внимание. Если есть вопросы, пишите, я постараюсь на них ответить.